Побороть коррупцию на блокпостах и пунктах пропуска без судебной реформы невозможно. Об этом на брифинге в Краматорске заявила уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко. Чиновница рассказала, что ей известны факты, когда люди покупают места в очереди и предлагают пограничникам взятки. Несмотря на то, что такие случаи фиксируются и нарушителей передают правоохранительным органам, суды не принимают решений по этим протоколам. Пока служители Фемиды не начнут наказывать тех, кто предлагает взятки, побороть коррупцию не удастся, уверена вице-спикер. Чи давати такі 200 гривень, чи продавати ці міста. І всі наміри наших прикордонників зупинити цей процес, немає жодного рішення суду про таке адміністративне правопорушення. Жодного. Тобто, про що це говорить? Що без реформи судової системи, без того, поки не будуть прийматися ще відповідні рішення про адміністративні порушення штрафів суди, це зупинити неможливо. Це той момент, який ми зафіксували, і повірте, будь ласка, так само будемо до нього привертати особливу увагу у Києві. Возложение цветов и минута молчания. В Волновахе почтили память жертв трагедии двухлетней давности. Траурный митинг прошел возле памятного знака с именами погибших, которые установили год назад. 13 января 2015 года пункт пропуска на въезде в город обстреляли из градов. Один из снарядов взорвался рядом с маршруткой Златоустовка-Донецк. 12 пассажиров автобуса погибли. 18 получили ранения. Сразу после трагедии вся страна вышла на улицы городов с табличками «Я Волноваха».